Ну что ж, добрались мы наконец-то до последней карты этого Best of 3 матча. Team Taka, SG Esports 1-1. Нижняя сетка закрытых квалификаций Южной Америки, SL League Invitational Season 3 приветствует вас. Ну а с ней приветствую вас и я, который буду для вас ее комментировать, Ланигира. Я думаю, вы уже запомнили. Я надеюсь. Ну да, не очень важно. Важно, что стадия драфта уже потихонечку идет, и давайте к ней потихонечку переходить. Team Taka и баны этого коллектива. Некрофос, Лич, Сайлен и Свен. Силы тьмы, они же SG, решают избавиться от таких персонажей, как Фурион, Найтсталкер, Мипа и Нага Сайрон. Ну и по пикам тоже пройдемся. Эршейкер, Бладсикер, Шиду, Шаман. Team Taka, Спирит Брейкер, Бэтрайдер, SG. Ну, вот, собственно, я думаю, что здесь мы понимаем, что оба коллектива нацелены на ганги, нацелены на драки, нацелены на раннее получение какого-то преимущества. С одной стороны, за счет достаточно агрессивной связки саппортов Shadow Shaman и Shaker, которые могут под смоком гадости всякие вытворять. Опять же, если ты получаешь фиссуру, за это время успевает подойти Shadow Shaman, начинает кидать тебе всякие шаклы, хиксы. Ну, в общем, чувствуешь, что ты себя при этом не очень приятно. Но SG Esports забирает себе Рубика, тут же отвечает виномансерам Team Taka, вообще не раздумывая. И знаете, это похоже на неплохую задумку закончить побыстрее. Опять же, Шиду Шаман и его змейки, Виномансер и его змейки, Бладсикер, который может быстро расправляться с крипами, во многом за счет Бладрайта, но это не очень важно, и пушить линии. И в целом такая ранняя агрессия, которая может перерасти в хорошее преимущество. Не уверен, что SG смогут с этим справиться. У них, да, у них есть Бэтрайдер, который может отпушивать. Но в целом вот так вот издалека откидываться-то особо и нечем. Ну, колба Бэтрайдера, ну, фейтболт Рубика. Ну, пока все. Ну, есть, конечно, запас еще в два персонажа у SG. Посмотрим, кто этими персонажами станет. Пока на четвертым пиком этот коллектив раздумывает. Ну, и увидим, кто же там появится. По большому счету, сейчас уже должна быть максимально сосредоточена игра. Нельзя откладывать на потом какие-то хорошие стратегии, не палить их и так далее. Сейчас для этих коллективов решаются, попадут ли они на, ну, как минимум следующий этап закрытой квалификации, в полуфинал нижней сетки. Но в любом случае, если ты проигрываешь, то для тебя заканчивается все. Вообще, и ты дальше там где-то сражаешься, еще непонятно где. Потому что большое количество различных квалификаций. На PGL, правда, они уже закончились в регионе Южная Америка. Ну вот сейчас потихонечку подходят к концу уже и квалификации для Старладдера. То есть с 11 числа они у нас идут. Сегодня 15-е, останется всего 2 дня. Вот 16, ну, сегодня уже 16-е, ну, как бы 15-е. Останется всего 2 дня, 16-е, 17-е. За них мы узнаем, когда, чего и где. На самом деле, пока, как мне кажется, самые приятные шансы у DCSA. С нижней сеткой все интересно. С нижней сеткой никогда не знаешь, что случится и кто выйдет победителем. Я, например, не знаю, что там в соседнем матче Infamous против Midas Club. Тоже было бы интересно посмотреть. Мне кажется, у Infamous там чуть больше возможностей выиграть. Но это мое личное мнение, которое может быть вообще никак к реальности не обоснованным быть. Медуза для SG Esports тем временем. Медуза. Через что эта медуза пойдет? Пожалуй, самый популярный в последнее время билд — это что-нибудь типа Блэдмейла и Мэлштрома. Тогда медуза на ранней стадии игры становится играбельной, и ей не нужно фармить миллион слотов, чтобы идти в атаку. Она, в принципе, и так начинает наваливать достаточно серьезно. Здесь медуза как такой запасной выход в лейт. Если вдруг придется идти в лейт, то у нас там медуза, у нас там все неплохо. При этом медуза своей змейкой может также откидываться от пуша,
убивая наступающих крипов, как минимум. Так что в целом выбор, как мне кажется, неплохой. Дадут ли этой медузе здесь хорошо себя ощущать, не знаю. Ну и стоит, наверное, ожидать при наличии медузы диффузов со стороны Тим Так. В первую очередь, из тех персонажей, что уже есть, наверное, это Blue Seeker, который диффуза может затарить. Ну и SG, понимая, что может появиться еще один такой персонаж, банят ПЛ последним баном. Сами же Тим Так решают избавить противника от наличия у него Джиггернаута. Ну и поэтому SG выбирают для себя Клинкса. Клинкса, который неплохо этот пик подкрепляет. В чем? Клинкс может выходить в раннюю агрессию. Ему много не нужно. Он может собрать себе Solar Crest и идти убивать. Он может собрать себе Orchid и идти убивать. Он может, в принципе, при поддержке условного Spirit Breaker и без артефактов идти и убивать на ранней стадии игры. При этом создавая большое количество пространства для медузы, которая будет фармить и выходить в лейт. В этом плане мы уже видели, как Клинкс переворачивал игры, как Клинкс за счет своего сноубола мог и получал преимущество. Ну, а Тим Так берут себе инвокера. Берут себе инвокера, тем самым мы понимаем, что это, скорее всего, фармящий виномансер будет от команды Сил Света. В хардлинию пойдет Бладсикер. Четверочка Шейкер, пятерочка Шиду Шаман. Вот такой лайнап планируется от Тим Така, хотя, опять же, они могут 2-1-2 пойти и, например, в хардлинию отправить Шиду Шамана и Бладсикера, как вариант. Штука достаточно неприятная. Так, ну и драфты у нас закончены. Вы можете пока подумать, кто здесь победит. Можете даже написать это в чатик, если захотите. Я даже прочитаю. Но, к сожалению, на карту это все равно никак не повлияет. Ну что ж, заканчивается Strategy Time, так что давайте потихонечку переходить к самой игре. Я думаю, что вы уже потихонечку начали понимать, что вообще происходит в Южной Америке. Происходит в канале, на самом деле. Тут все, что может быть, то и случается. И меняются героями, меняются ролями, меняются чем только не меняются. Остаются лишь победителей из всего этого дела. Посмотрим, кто выйдет победителем в этой карте. Так, ну и будем, наверное, сразу начинать с представления героев и персонажей, которые на них играют. PTT. Earthshaker, Shadow Shaman, Four. На инвокере играет Маша. Bloodseeker, NFT Taugeyu Guttu. Venomancer, Shadowburn. Команда Сил Света, Тако Гейминг, ну, Тим Тако. Их оппоненты SG Esports на Рубике играет у нас. Бардина под контролем Фиаликора у нас. Spirit Breaker, Медуза, Липоса, Клинкс, Факенех и Бэтрайдер. А, Бэтрайдер, простите, Липоса, да, на Медузе Маша играет. Да, Адриана играет, совсем уж у меня что-то. И сразу перемещение в мид, сразу вардик в этом миде. Снизу встречаются саппорты, и здесь не получится у Spirit Breaker просто так поставить вард. Бешеная корова, это... Куда-то Санстрайк полетел. Куда полетел Санстрайк? Что вообще происходит? Здесь, кстати, помазали гелем Рубика, шаклы пошли, Шедуберн, очень больно Бардина, поднимает, откидывает Шедуберн, ну, кстати, может и отъехать, сейчас еще буквально пару тычек нужно сделать, одна есть, съедает дерево, Бардина, минус, тут еще и зацепили Клинкса, у Клинкса Сиренерлс, так что пойдет замедление через 2 секунды от геля, будет мазать гелем Шедуберн, попадает, Санстрайк полетел, и это еще один фраг, жестко. Ну, а здесь пытаются забить до смерти Бладсикера, но мы видим, что это получается не очень. И хорошее начало для Виномансера, у того уже 357 голды, между прочим.
насыпалось от этих фрагов. Немножечко здесь помазали стики напалмом Эдшейкера, но тот не очень на это реагирует. Как-то Рубик. Маны нет у Веномансера, чтобы гелем намазать. Санстрайк Бородина заивыдил. Но тут он может и отъехать все равно. Пытается его найти. Буквально еще пару тычек нужно сделать. Шедоуберн. Минус Рубик. Да, минус Рубик. И тут еще и Шейкер в итоге этот фраг для себя застилил. Говорит, ребята, чуть вы без меня развлекаетесь. Я тоже могу. Смотри, какая у меня фиссура. И в миде. Противостояние инвокера и медузы. Помимо всего прочего, Shadow Shaman вместе с Шейкером через мид перетягивается на нижнюю линию. Здесь, кстати, Фиоликор, который очень хотел, судя по всему, попытаться напасть на инвокера, но пока ждет. Видит Shadow Shaman. Искра буря безумия. Пара тычек по голове. Ну и Shadow Shaman просто на ноги отсюда уходит. Селькор остается ждать возможности выйти в мид. Кстати, в мид выходит. Его тоже должны на варде спалить. Ну и да, он даже если пару ударов сделает, то ничего серьезного, наверное, здесь из этого не выйдет. Крипа, разве что заденайл. Ну, а на нижней линии Бэтрайдер. На Бэтрайдера выходят. Шейклс пока... Да, достаю Шейкл. Фиссурка, хорошо. Бэтрайдер, правда, на Фаерфлай через эту фиссурку может перелететь. И на этом закончится агрессия. Был бы Бладрайт у Бладсикера на втором уровне. Можно было бы или боссу, скорее всего, забирать. Но здесь пассивочка имеется, что тоже неплохо. Здесь выход, кстати, на Веномансер. Веномансер невероятно больно. Гелен уже потратил и, скорее всего, погибнет. Последняя тычка залетает от Бардина. И фраг есть. Ну, агрессировал здесь на Клинкса, у которого на тот момент не было еще Гоствока, так что вполне мог этот фраг совершить, если бы не перемещение саппортов. Ну а в миде? В миде 11 на 5 медуза и всего лишь 6 на 1 инвокер. Некоторые проблемы Маша здесь имеет на этой линии. Ну и понятное дело, что просто за счет постоянных змеек Адриана очень серьезно своего оппонента напрягает по хитпоинтам. Здесь, кстати, возможно попытка убить Рубика. Рубик мансует в деревьях. Веномансер понимает, что байтиться далеко очень не хочется. Гелем помазал Рубика. Замедление пошло. Перетяжка есть от Спирит Брейкера. Огромное количество различных дизейблов. Ну и Шедоуберн еще и башек перед смертью получает. Есть фраг на сей раз от Факинеха. В миде. В миде здесь заходит за Т1 медузы, продолжает наваливать по инвокеру. Инвокеру очень больно, но каких-то перемещений мы здесь особо не видим. Вроде как есть шейкер, но такое. Шейкер как-то серьезно вряд ли здесь инвокер поможет. Еще и получил змею, просто съела ему почти все хп эта змея. Ой, всю ману, простите, эта змея. А тут еще и разгон. Разгон. До конца Фиоликор идет. Башек пройдет или нет. Еще удар. Нет баша. Ну и Фиоликор должен разворачиваться. Уходить отсюда. Настрелял по нему Маша. Прилично. Кстати, перемещение есть от Shadow Shaman. Маны нету у Spirit Breaker. Shadow Shaman ждет перемещения от инвокера. Есть Шейклс. Шейклс заканчивается. Shadowburn не успевает вовремя сюда перейти. Санстрайк. Накапательный ман на Санстрайк. Но еще не скоро. Еще не скоро, и Фиоликор выживает. И теперь вообще не накапается. Потому что очередная змея от Адриана. На нижней линии, тем временем, соло противостояние Бэтрайдера и Бладсикером. На этих квалификациях мы уже несколько карт с таким противостоянием видели. Здесь все зависит от того, кто быстрее шестой уровень получит. И, скорее всего, это будет Бладсикер. Мы видим, что пока небольшое преимущество по очкам опыта у него имеется. На топе, тем временем, Веномансер пытается убить Рубика. И Рубик в итоге умирает. Ну и пару тычек нужно сделать здесь. Клинксу, Веномансер... Отхиливается как может, но от Клинкса убежать будет очень сложно. Гелем помазал, хорошо. Тычка залетела, выжил, но вторая тычка фатальная для Шедоуберна. И как из этой ситуации выходить инвокеру? Потому что мы видим медузу, которая 25 на 15 фармит. И видим инвокера 14 на 4. Конечно, когда появится у инвокера чуть повыше уровень и мидас, то будет Маша фармить хорошо. Но до этого мидаса такими темпами еще расти и расти инвокеру.
на нижней линии, подцепили бы Трайдера, но прилетает сюда достаточно вовремя Феликор. Можно попробовать поджечь шеду Шамана. Шеду Шаман проседает, башек будет или нет. Башек, нет, башека нету. Ну, вот только сейчас он приходит, хорошая фиссурка. Но все равно шеду Шаман погибает. На развороте можно попробовать убить здесь хотя бы кого-то. Ну, в очередной башец перед брейкер, разгон баш. И два фрага уже имеется. Полетел Санстрайк, Санстрайк попадает по спирит брейкеру, тот должен отходить. Остается у него буквально 50 хп, его видят. Сетка полетела по Бетрайдеру. Бетрайдер отправляется в таверну. Да ладно, стики! Но нет, здесь все же Эдершок. И даже инфистрин дроп не спасает мышевсадника. Ну и такая достаточно активная игра у нас. За 5 минут 10 фрагов. Шадубен проседает. Он еще, кстати, не использовал святыню, так что в случае чего может себе это позволить. Пока кастует бананы. Инвокер. А, инвокер, мы видим, очень плохо себя здесь ощущает. Но реально он в два раза проигрывает практически Адриана по крипам. И все очень плохо у Маша. Где он будет набирать себе фарм, я совсем не понимаю. Казалось бы, хорошо идут дела на других линиях. То есть фармит Блудсикер, практически не ощущая серьезного сопротивления. Какие-то фраги там были у Виномансера. Но Виномансера после этих фрагов нереально много начинают убивать. Мы видим, что у него уже четвертая смерть вот прямо сейчас происходит за 6 минут. И, конечно, для хардлейнера это очень плохо. Хотя бы потому, что ты много времени сидишь в таверне и не получаешь опыт. Тут даже не столько важен фарм, сколько важен опыт. Потому что, ну, как только появится там Санстрайк, куда-то полетел. Санстрайк, фиссурка неплохо, но продолжение-то какое? Продолжение-то какое? Гелем, скорее всего, Виномансер не дотянется, но тут есть на Клинкса перетяжка от Блудсикера. Хорошо, забили. Знают, кстати, о местонахождении спиритбрейкера, поэтому будем чекать кулдаун на Санстрайк. 4, 3, 2, 1, Санстрайк. Да ладно, не будут пытаться? Да ладно. А, ману в очередной раз нет у инвокера. Почему он Санстрайк не дал? Он же видит спиритбрейкера. Неужели там столько мало уносит урона Санстрайк пока что? 225 чистому урону. Там убило бы спиритбрейкера, скорее всего. Так, ну и вниз. Вниз разбег на шеду шамана. Кто здесь поможет убить шеду шамана? Бетрайдер. В принципе, вдвоем должны расправляться с шаманом. Развернулся, но немножко поздновато. И да, приходится тратить лассо, но фраг-то все равно здесь получится сделать. На топе тем временем должна откатываться была рапчер у Бладсикера. Так и есть. Хотелось бы ее использовать на кого-то, но Бардина слишком слабая цель. Есть Клинкс. Но есть ли вижен на этого Клинкса? Судя по всему, нету тп-аут от Блудсикера, и это практически похоронка для Виномансера. Да, тут же раскрывается веника, веника нет, маны ни на что, тот погибает. Снизу попытка убить Баратрума, судя по всему, Баратрум в таверну, хороший санстрайк. Ну и размениваются фрагами, но на самом деле здесь мне очень обидно за Виномансера, который так хорошо начал, там три фрага совершили они вместе с тиммейтами, и потом 5 смертей. 5 смертей в очень короткий промежуток времени. И мы видим, что у Виномансера дела плохи. У Инвокера дела плохи. Тот вынужден уходить в лес, при этом у него даже Мидаса еще нету. То есть он как раз уходит в лес, чтобы дофармить этот Мидас, оставляя абсолютный фрифарм Медузе, которая очень много может вывозить, которая за счет этого будет пытаться даже в чуть менее агрессивный билд выходить через Монтастайл, а не через какие-то более яркие артефакты, типа вот тех же Майлштормов и Блэдмейлов, о которых я говорил чуть ранее. Здесь разгон, очередной фраг на шеду шамане может случиться. Полетела змея, больно шеду шаману, но тот пока что выживает. Правда, если он не уйдет с поля обозрения противника, то спиритбрейкер еще раз по нему здесь отстреляется, и это будет конечное. Отрезал PTT Адриана. Адриана, больно, неприятно, ну тут нашел лазейку и выходит. Виномансер, очередной минус.
супер не круто, конечно, Виномансеру здесь находиться. Ему нужно уходить в леса. Он как только появляется из лесов на линии, его тут же принимают. Он, в принципе, неплохо через змейки фармит вот эти два компа. Ну и почему бы ему не продолжать этим заниматься? Потому что сейчас, практически не имея никакого преимущества по фрагам, тем не менее, SG ведут более 3000 по голде, что для 10-й минуты преимущество комфортное. И мы видим, что Бэтрайдер после этого стака буквально дофармит себе даггер, и будет еще более просто инициировать на героев команды противника. То есть тот же Виномансер и Шедоу Шаман просто не будут появляться на линиях. Если Блудсикер, Инвокер и Эршейкер еще как-то могут переживать начальный влет от Бэтрайдера, если там какое-то серьезное подкрепление не будет, то фраг, скорее всего, завершен тоже не будет, то остальные два персонажа, они невероятно подвержены вот этому всему. А сейчас мы видим на Инвокера выход. Клинкс есть, Бэтрайдер где-то тоже должен быть недалеко, но этого даже может не потребоваться. Пошел разгон, маны нету у Инвокера, ну и Инвокер здесь отправляется в таверну. Прилетел Шедоу Шаман, на развороте есть возможность убить Спиритбрейкера, фиссурка неплохая, Спиритбрейкер просто прожимает стики и тоже довольный отсюда уходит. SG очень бодро эту карту берут в свои руки. Вначале, конечно, они немножко подфидели, но сейчас мы видим, что намного более аккуратно и собрано играет коллектив за силы тьмы. Вышка на нижней линии. Вышка на нижней линии проседает достаточно серьезно. Сиренерус приличный урон наносит, да и у Клинкса скушенный крип имеется, так что в итоге это минус строение на развороте. Виномансер пришел, но Виномансер тут один и могут его убить, потому что через 4 секунды уже будет Солринг. Прилетает сюда Бэтрайдер, лассо на Виномансера, до свидания, дружище. А здесь Шейкер немножко не добил Рубика, и тем самым Рубик отомстил ему. Тут еще и полет на Инвокера, есть ультимативное. Ну и Фитфест, судя по всему, какой-то намечается. Маны не хватает немного у Инвокера, ставятся защитные змеи. Ульта полетела от Медузы, в итоге просто тэп-аут от Медузы. Уход от Спиритбрейкера, змеи в никуда, но засейвили Инвокера, что в принципе тоже важно. Потому что фраг на Инвокере сейчас мог бы еще сильнее его отодвинуть от Мидаса, ну, который и так задержался, будем честны. Спиритбрейкер разгуливает по территории противника, поставил неплохой вард. На этом варду видит двух персонажей. Куда будет пойдет агрессия? Куда пойдет агрессия, пока перетяжек никаких к спиритбрейкеру нету. У того ультимативная должна потихоньку откатываться, 25 секунд до этого замечательного момента. Снизу тем временем в очередной раз принимает Блудсикера, ну и фраг не заставляет себя долго ждать. Мы видели одну игру, в которой Клинкс очень быстро сноуболился. Вы знаете, эта игра очень на нее похожа. Другое дело, что здесь чуть более сдержанный билд у Клинкса, то есть он не решился сразу выходить в дезолятор, и мы видим, что у него Драгонленс есть. Ну, при этом Драгонленс тоже штука полезная, потому что временами Клинксу плотности не хватает, и как раз именно эту самую плотность Клинкс и получает благодаря Драгонленсу. Ну и попытка убить Шедоу Шамана сейчас будет, судя по всему. Стрейф откатился. Раз, два, три. Одной-двух тычек не хватило. Здесь хорошая фиссура от 5-ти. Помазали гелем Селикора. Попытаются его забрать. Селикор заявил санстрайк, но здесь 4 персонажа команды противника. А то и все 5. И все же фраг получилось сделать. Но при этом Бэтрайдер. При этом Бэтрайдер здесь толкает линию, фармит, получает уровень. У него уже совсем скоро будет Юл. Опять же, Юл — это отличная возможность выйдеть тот же Бладрайт от Бладсикера, например. Срывать Шейкл с Шедоу Шаману, не используя на нем лассо. В общем, полезное достаточно приобретение. Ну и, наверное, нужно пытаться реализовывать дальше фраги, потому что есть лассо, есть Клинкс, есть Спиритбрейкер, Медуза, все это сейчас готово убивать. Все это сейчас можно реализовывать. И видят Бладсикера.
видит Bloodseeker, на него полетели. Кстати, Bloodrite может немножко здесь испортить ситуацию. Хотя это Bloodrite, по-моему, от Руби, когда он его украл, успел тоже сделать. Подтягивает к себе Bloodseeker. Огромное количество ресурсов на него тратить. Нужно добить и есть фраг на БС. Тут, правда, Бордино умрет, скорее всего. Откидывается еще перед смертью. Хорошо, откидывается перед смертью фейтболтом. Тычечку нужно сделать по шейкеру. Башек там не прошел. Ну и до конца Фиоликор, наверное, не будет идти. Хотя тут приходит Клинкс. Фраг раз. Второго фрага пока не случилось. Но Шэдоу Шаман вряд ли долго проживет здесь. До спиритбрейкера не долетают. Не долетает гель, но это не очень важно. Инвокер. Инвокер возомнил себя кем вообще? Ну, на самом деле, был бы сейчас на Клинксе уже Дизоль, и фраг бы был совершен. Поэтому Клинкс пошел этот Дизоль в скором времени дофармливать. В миде Адриана, которому вообще никто не мешает на этой карте. У него ПВЕ игра, у него 1-0-0 и 156 на 43. У него уже на 16-й минуте есть Манта Стайл, не пустой Манта Стайл, там еще и Аквила, и ПТ. То есть у Адриана супер круто все. И буквально еще минут 5 ему дать, он дофармит Линку, у него будет огромное количество маны, он будет просто идти вырезать противников. В принципе, и без него пока SG справляются очень неплохо с этой задачей. Мы видим, что 16 на 11, что около 7000 преимущества. И, в принципе, даже на этой карте пока Медуза не нужна. Но когда она появится, Тако почувствует всю боль. Ну и Рубик. Рубик хочет себе даггер. В принципе, если продолжать агрессировать на вышке, то Рубик этот даггер в скором времени получит. Ну а пока, собственно, эта самая агрессия на вышке и происходит. Клинкс под стрейфом очень больно делает Т2. Ну и Т2 вряд ли долго переживет такую на себя нападку. И пока практически негде фармить команде Тако. Мы наблюдаем, что они вынуждены подфармливать чужие леса, а это опасно. Здесь они особо много денег не найдут. У них же в это время пушат вышки. Они никак повлиять на это не могут, потому что даже даггера на шейкере нет. Ну тут тупо некому ворваться. Здесь ни блудсикера, ни шейкера с даггером, ни черта вообще нету для того, чтобы противостоять той агрессии, которую уже готовы SG навязывать. На топ полетел блудсикер. На топ полетел не Блутикер, простите, Братрум. Здесь в это время в очередной раз подставляется Веник. Он успел раскастоваться, но это не очень важно. Важно, что он и ульту потратил, и сам никого не забрал, сам погиб. И тут еще и вышка тоже в скором времени может умереть. На топе Шэдоу Шаман возомнил себя непонятно кем и за это погибнет. Не хотят на него даже ультимативную тратить. Ну и, наверное, правильно, что тут пару тычек сделать. Сиаликор в итоге фраг себе забирает. Ну а теперь что? Теперь Рошан, наверное, должен быть в исполнении SG. Они могут забрать Аегис, они могут этот Аегис реализовать очень качественно, потому что осталась здесь вышка, здесь два строения, которые тоже не очень просто защищать и, скорее всего, не будут этим заниматься Тако. В общем и целом, пока все идет к тому, что выиграют эту карту SG. Ну, опять же, таких долгоидущих выводов, наверное, делать не будем. Тут в очередной раз, скорее всего, помрет сейчас Bloodseeker. Да, Bloodseeker не имеет возможности отсюда уйти. Эти, последняя тычка. Ну и Клинкс. А тут сейчас еще Клинкса, конечно, попробуют забрать. Но вот тут уходят, делают тп-аут. И тп-аут, да. Эхо Слэм сбивает тп-аут Клинксу. Огромное количество урона в него. И это минус Клинкс. Хорошо, что именно Инвокер забирает этот фраг. Потому что Инвокер единственный, кто сейчас вообще может попытаться как-то перевернуть эту игру за счет своего аганима, который будет появляться через примерно 1500 галды. Но при этом мы понимаем, что команда противника будет себя полностью. То есть она бустит всех 5 персонажей, потому что они сносят строение. А Инвокер вот только один пытается здесь как-то что-то делать. Ну да, в принципе, недалеко от Инвокера еще и БС, но у БСа очень все плохо. БС не смог бегать по карте и убивать, потому что за него это делал Клинкс. И не было возможности поспевать за этим Клинксом вовремя. Поэтому сейчас есть, конечно, какие-то наметки на
Radiance, но еще такой Ягуту до этого артефакта очень много. И по всем фронтам наступление от SG 10 тысяч они ведут по голде. Можем так ради общего развития графики показать. Они, в принципе, достаточно плавно уходят в сторону SG по голде. Примерно такое же движение чувствуется и по очкам опыта, но еще чуть более яркое. Тут около 13 тысяч, наверное, ведут сейчас SG. Но в общем и целом, если они продолжат агрессию, они имеют все шансы эту агрессию довести в итоге до конца. Ну и по-прежнему я обращаю внимание, что можно забирать Рошана. У Клинкса уже есть дизолятор, соответственно, с Рошаном проблем вообще никаких не должно быть. Помимо всего прочего, Медуза дофармила себе уже два слота и опережает чуть ли не в два раза ближайшего преследователя из команды противника, это Инвокер. Поэтому очень маловероятно, что на Рошана пойдет какая-то агрессия со стороны Сил Света. Да, у них есть Шейкер. У Шейкера по-прежнему нет даггера, но он невероятно близок к этому самому артефакту. И буквально одного крипа ему нужно дофармить. Сейчас вот фиссуркой как-то попытаться добить или самому подойти туда. И будет наконец-то даггер. Ну а пока Силы Тьмы разрушают очередное строение. Это предпоследнее внешнее оборонительное сооружение у их оппонентов. Здесь, кстати, нашли Виномансию. Ну и Виномансер, да, тут без шансов. Он, конечно, вышку забрал, но и сам погиб. Хотя фраг на Виномансере, не знаю, это уже как моветон такой. 9 раз он тут погиб на этой карте. Страйк куда-то полетел. А, ну, Рошана, судя по всему, проверили с инстрайком. Но тут Баратум разбегался то ли на Инвокера, то ли на Шиду Шамана. Но в итоге мы видим, что наконец-то решили с Рошаном говорить по-свойски SG. Да и, в принципе, Клинкс, я думаю, сейчас переагрит на Лебосу Рошана и спокойно разберется с Камнеголовым. Ну, вдвоем немножко тяжело, ну тут и тиммейт подходит. Медуза, опять же, потанковать может, у нее все хорошо. Она может со щитком этого Рошана вытанковывать очень долго. Ну и теперь единственная возможность как-то перевернуть эту игру команде Така, это на хайграунде неожиданно реализовать даггер Шейкера. Даже не нужно показывать его здесь на Т2. Это бесполезное занятие, Т2 просто надо проститься с ней и все. Вот Т3, да, там, возможно, даже Шейкеру как-то следует попробовать прожать смог для того, чтобы его не видели. Ну и пытаться как-то влетать, убивая людей. Проблема лишь в том, что по большому счету могут на хайграунде или в непосредственной близости от этого хайграунда находиться два человека, а то и один. Клинкс, либо Клинкс и Медуза. Остальные спокойно стоят сзади, выжидают момент, Бэтрайдер, чтобы впрыгнуть, Рубик, чтобы подсейвить, Спиритбрейкер, чтобы влететь. Так что посмотрим, как это будет работать. Пока действительно особо не горят желанием защищать собственный Т2 атака, но и спокойно Адриана с ним расправляется. Тут главное как-то сейчас не подвстрять Виномансеру, потому что его ульта все-таки достаточно важное в замесе на хайграунде. И опять же, синергия с ультом Шейкера неплохая, там можно нанести приличное количество извиняюсь, урона. Но посмотрим, как это будет работать. И пока пытаются как-то подспличивать, пока пытаются хоть какой-то фарм на карте найти коры команды так, ну, нельзя сказать, что у них это супер хорошо получается. Опять же, мы видим, что даже Бэтрайдер превосходит по нетворсу любого персонажа команды противника. Ну, Инвокер там сейчас, правда, вырвется вперед на третью позицию. Но, опять же, это не так много все равно у него денег. Ну и Спиритбрейкер. Уже, кстати, Лотар имеет. Такой богатый фиоликор.
Тут поймали кого-то. Поймали медузу, но медузу забрать очень тяжело будет. Влетают тут на медузу. Ну, на развороте прилетают уже тиммейты этой самой медузы, начинают разваливать. Медуза еще и ультимативную свою закастовала. Примерзает здесь инвокер, примерзает блудсикер, минус один. А второй тоже, скорее всего, не очень долго проживет. Тп-аут просто отсюда давит медузу. Ей этот тп-аут сбивают. Дальше ПТТ очень хочет убивать Адриана. Но живет по-прежнему Адриана. А вот ПТТ, скорее всего, отправится в таверну. Пару тычек нужно сделать по нему. Почему же вы этого не делаете, я не понимаю. Очень, видимо, медуза хочет жить здесь. Жидубен погибает, это минус 4. И тот самый Эршейкер, единственный, кто остается в живых, но по его душу уже тоже выдвинулись. Это минус 5. У всех пятерых игроков команды Сил Света есть байбеки, поэтому вряд ли какая-то сторона сейчас упадет. Но все равно это хорошая такая оплеуха, которая приводит к тому, что SG уже около 17 или 18 тысяч по голде ведут, к 20 близится их преимущество по XP, ну и очень больно сейчас может быть вышки, глиф прожимается, Бэтрайдер по-прежнему может цеплять людей, но просто через Юл на самом деле на сей раз, ну Т3 пала, Клинкс попадает под действие ветров. Прокаст от инвокера пока никакой здесь не получается сделать, подсейвили Клинкса форстафом, ну и бежать. Единственный, кого зацепит, наверное, это Бардина, но даже его не так просто. Да, ну, хотя. Да ладно. Да ладно, неужели все так просто? Просто нету просветки. Неприятно получилось. Ну, Т3. Т3, пожалуй, была самая главная цель сейчас для SG. Они ее добились. Они при этом не потеряли Эгиду, по-моему. Где там она у нас? Вот, да, на Клинксе все еще Аегис есть. У кого там сыр? Сыр, возможно, медуза уже кушала. Но это не очень важно. Медуза тоже не погибала. И теперь перетяжка в мид. Кстати, есть возможность цепануть Бладсикера. Его видят. Бладсикер, ну, на самом деле, погибнет. Погибнет, ульта есть у Фиоликора, ну даже ее не потребуется. Бейс без байбека. На сей раз Бладсикер без байбека. Он купил себе, судя по всему, Sacred Relic с прошлого раза, и 40 секунд его не будет. За эти 40 секунд можно попробовать зайти на хайграунд, благо снизу потихонечку подходят крипы. В миде их тоже усердно подтягивают SG к хайграунду своего оппонента. Ну и чуть ли не по двум линиям вполне можно попытаться заходить. Инвокер, правда, снизу тратит проказ для того, чтобы пачку крипов забрать, но тем временем на топ уже стянулись основные силы противника. Писурка по Клинксу. Но Клинксу настолько плевать. Тут еще и Масепин воды Рубик украл, и с их помощью минус сторона практически мгновенно. Плюс теперь тут еще можно, конечно, эти Серпин воды подфармить. А можно и SG продолжить драку. Но решают пока не агрессировать настолько сильно. Тут из возможных мест, куда можно пойти, это шрайны. Собственно, нижний шрайн уже разрушен Клинксом. Верхний вполне может начать разрушаться медузы, у которой уже скади появилась. То есть там суммарное количество ХП и маны уже очень немаленькое. И замедление пошло по Блудсикеру. Блудсикер очень больно, фиссурка. Бладрайт, но тут чуть было не было. Шейкер, неплохо. Агрессия по Рубику. Ну, здесь запрыгивают и вытягивают Виномансера. Виномансер, скорее всего, помрет. Здесь успеет раскастовать ультимативную, наверное, но даже этого не стал делать. Подцепили Факен Эхо. Тут продрубает БКБ и плевать вообще хотел на все, что происходит. В итоге пока минус один. БКБ размен на Рапчер. Заходит на хайграунд Медуза, начинает наваливать по вышке. Медузе, в принципе, никто вряд ли здесь что-то сможет вообще предоставить. Мы просто наваливают. У Шейкера эхослэм есть. У Шейкера есть эхослэм, правда, под него особо не подставляются ребята. И так же, как и Т3, по большому счету, может упасть еще и бараки. Вот, подсейвили от ЕМП, поэтому маны не лишилась медуза. Ну и Бэтрайдер. 3800.
И это даже не ММР, а количество денег, которое есть у Бэтрайдера. Это почти БКБ. Точнее, это уже он может тратить кликом себе позволить БКБ, но пока придержал немножко деньги. Тут верхний шрайн. Вот могут, можно поймать. Можно поймать. Подцепили шейкера. Шейкер может, в принципе, отвесить фиссуру, но нужно ли это делать? Шейкер тут один. Подкрепы есть, но далековато. Успел улететь Бэтрайдер отсюда. Хотя зачем улетать? Можно убить. Можно убить Шедоу Шамана. Шедоу Шаман начинает получать замедление. Ну и, скорее всего, погибнет здесь. Да, гем. Гем. Оу, а почему? Зачем вообще с гемом ходить так далеко? Мендуска. Мендуска уже под хайграундом противника. Она уже готова завершать эту игру. И в принципе SG имеют 30 тысяч преимущества, и поэтому я не вижу, что бы могло не позволить завершить игру, если честно. Ну какой-то божественный эхо-слэм по пятерым, чтобы там еще было куча крипов, был отключен щит у Медузы, желательно никто не прожимал БКБ, и возможно все равно этого не хватит. Медузе даже уже на ЕМП, по большому счету, плевать. У нее большой реген маны, и, ну, там, одну четвертую примерно маны, наверное, она теряет за 2 ЕМП, что не очень много. Но пока все линии подтянуты к хайграунду. Это значит, по любой из них может пойти агрессия. Понятное дело, что проще всего, наверное, через мид пытаться агрессировать. Там есть лишь бараки. На топе вообще нечего делать. Адриана под очередной прокаст попадает. Тут еще санстрайк, ну отличный форстав. И весь прокаст инвокера пропадает в туне. Адриана продолжает наваливать спокойно, целенаправленно по бараку. Гриф есть. Шейкер прыгнул, но это нет. Да, вы, возможно, убьете Медузу, но ворвутся все остальные и навалят сполна. В итоге зацепили Бладсикера. Бладсикер, скорее всего, отправится в таверну. Good game. Well played. SG побеждают своего оппонента. SG проходят дальше по сетке лузеров. Ну, а команде Така, они же Youth Fury, мы желаем успехов в их дальнейших квалификациях. В целом, они неплохой перформанс здесь показали, но оказались несколько слабее своего оппонента. Ну что ж, на этом сегодняшние южноамериканские квалификации заканчиваются. Завтра, ну или так, сегодня ночью, с часу примерно, будут у нас следующие матчи. Даже скажу, наверное, какие. Лючини против DCSA и Infamous против SG. Соответственно, это финал сетки виннеров и полуфинал... А, ну и получается, это финал сетки лузеров будет у нас. Нет, полуфинал сетки лузеров. Вот, все правильно. Ну или раунд третий. В любом случае, спасибо за то, что были на трансляции. Я надеюсь, было интересно. Для вас работал Александр Ланигира Потапов. И до новых встреч, дорогие друзья.